В Запорожье едва не сгорел детский сад. Накануне вечером спасатели ликвидировали пожар в детском саду номер 253 «Малятка» в Заводском районе. Возгорание произошло на первом этаже. Огонь повредил мебель и деревянную отделку стен. От высокой температуры расплавились оконные рамы, частично повреждена крыша. Тушили пожар 16 спасателей, пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Может быть, был поджог, кто-то бросил. Вот с улицы проводки внутри здания, вот этих помещений нет. Приезжали лаборатории, они делали свои исследования с пожарной безопасности. Результаты мы еще не знаем.